что, уважаемые любители спорта, по коням, что называется, в самом разгаре буквально сезон конного спорта в Калининградской области, тоже пользуюсь терминологией апреля, поехали, что называется, и сейчас мы пообщаемся с президентом Федерации конного спорта Калининградской области Юрием Антоновым, тот человек, который может рассказывать часами про свой вид спорта, у нас всего 10 минут, а тем огромное количество. Итак, доброе утро, во-первых. Да. Во-вторых, вот действительно, что вот сейчас вот самая жаркая пора. Да, конечно, сезон у нас начался, то есть практически не во всех, к сожалению, клубах, которые развивают наш спорт, есть достаточные условия для проведения соревнований и готовности в зимнее время. Вот, и сейчас все дождались и теплого, говорится, времени года, и все на старт. Все это сколько, вот сейчас конным спортом, так на скидку, сколько людей занимается и сколько так беговых, а спортивных лошадей у нас есть? Тем, ну, у нас 10 муниципальных образований, где есть, ну, скажем, такие ячейки, клубы, организации, которые в той или иной мере развивают конный спорт, непосредственно конный спорт, потому что практически в каждом муниципальном образовании есть, ну, просто любители лошадей и... скажем, из них, в общем-то, тоже могут вырасти из этих любителей тоже спортсмены и заняться спортом, и базы могут совершенствоваться, как, впрочем, все остальные, которые на сегодняшний день, вот 10 муниципальных образований, они тоже с чего-то когда-то начинали с самого, вот, скажем, первого этапа. Вот, сейчас это 10 образований полноценных клубов, где проводятся соревнования различного уровня, ну, скажем так, муниципального, клубного. А если людей и лошадей, ну, так, на скидку, около примерно? Какая цифра? Ну, сотня лошадей, которые, скажем, в готовности и баражирует она так по области, в зависимости от возможности, конечно, родителей, клубов. Мы же понимаем, что они же не просто переходят из лужайки в лужайку, то есть надо нанять коневоз там, и, то есть все эти расходы, они не маленькие. Но все-таки развеем миф. Для того, чтобы познакомиться с этим спортом, или там, чтобы ребенок какие-то азы постиг, это все-таки не очень дорого, чтобы вот хотя бы познакомиться и начать, а потом уже как пойдет. Как посмотреть? Знаешь, есть наблюдение за многие-многие лета, что чем, ну, не в обиду сказано обеспеченным родителям и деткам, которые, слава богу, могут себе позволить все, что угодно, чем меньше у детей есть возможности себя в чем-то где-то финансово с этой помощью реализовать, тем больше они более трепетно, более душевно, более, ну, скажем, ответственно подходят к вопросу занятий конным спортом. То есть тем, кто вот так вот легко дается, хочу вот этим заниматься, завтра вот этим. То есть даже способные дети, как-то вот они появились, звездочки, и завтра их нет. Потому что есть альтернатива. Да. В том числе. Хорошо, чуть позже о региональной повестке, что называется. Начали год с прекрасных выездных соревнований. Да. В Польше несколько медалей. В паре слов, кто где что. Значит, Оля Осиненко, наш член сборной области по выездке, опытная спортсменка. С прошлого года она начала выступать на своем Вальмире. Очень красивая лошадь. И в этом году она продолжила свои выступления. Ну, скажем, в Польше она выезжает на официальные международные соревнования. Ни разу она не вернулась без призов. То есть это такой хороший посыл для примера. И у нас с этого года начинает помогать нам Министерство спорта Калининградской области, Центр спортивной подготовки с финансированием. Вот. Ну и, соответственно, спортсмены, которые конкуристы, то есть у нас Анна Улитичева, Мария Белова, Роман Карпенко, практически спортсмены, которые вошли в состав сборной области, они же и являются нашим таким, ну, скажем, локомотивом на то, чтобы быть примером. Даже юная спортсменка у нас Арина Горбачева, она также в сборной области в своей категории. Вот, она точно так же ездит на международные соревнования и в призах нередко остается. Я на днях вам звонил, и вы рассказывали с большой радостью в голосе, что в Черняховске был один из самых массовых турниров за последнее время, буквально накануне. Да, 20 числа мы провели второй год. Это всероссийский проект «Кубок Победы», очень патриотичный. Собирает он практически все регионы страны, проводят свои этапы. В прошлом году наши полуфиналисты были в Москве в финале. Также остались, они взяли призовые места. Васюкевич Анастасия, Загарина Елизавета.
потрясающие наши спортсменки, мы за них очень болели. И в этом году у нас в Ейске Красовицкая Валерия и вновь Загарина Елизавета. Они сейчас вот уже в Москве готовятся к стартам. С 3 по 7 будет и выездка, и конкурс. Вот, очень надеемся на успех. Вот, но в этом году, конечно, география финалистов увеличено. 30 регионов представлены спортсменами, плюс Республика Беларусь включилась в этот процесс. Девочкам будет очень непросто, но мы за них болеем. А где вообще в целом можно познакомиться с этим видом спорта? Просто приехать, есть ли какие-то основные центры в Калининграде? Понятно, 10 муниципалитетов в разном состоянии хозяйства, в разном состоянии конкурсные поля. Какие-то выставочные моменты есть? Ну, наверное, конный завод пока на сегодняшний день имеет приоритетное право быть лучшим, потому что совсем недавно, многие годы проходил там международный проект самого высокого уровня, и с представлением спортсменов мировые звезды приезжали. Соответственно, речь про конный завод Георгенбург-Черняховский. Георгенбург-Черняховский, совершенно верно. И, соответственно, вся инфраструктура там готова для того, чтобы проводить соревнования на самом высоком уровне. Но даже те клубы, которых я сказал, в муниципальных образованиях, они совершенствуются, то есть не оставляют себя в этом развитии. Сейчас очень интересный проект «Империал парк», международный конно-спортивный комплекс. Значит, и он еще не открыл свои двери, хотя владелец Зайцев Владимир, он очень качественно подходит к перспективе, скажем, начало такого большого пути своего комплекса. Отдельные спортсмены уже участвовали от его клуба, соответственно, на соревнованиях и были в призах, и побеждали в отдельных дисциплинах. Вот. И это тоже показатель того, что на его базе можно готовить чемпионов. Вот. Ну и по развитию, конечно, понимаешь, что у нас, справедливости ради, все спортсмены, которые участвуют в соревнованиях, нет муниципальных образований, которые были бы статистами. То есть у всех есть шансы, у всех есть награды, у всех есть призы. Соответственно, уровень тренерского состава и конского состава, и детки очень и очень конкурентный. Ближайшие соревнования, где и когда можно тоже приехать, посмотреть, присмотреться? Присмотреться у нас 5 числа традиционно в школе современного Пятиборья, поселок Свободный, Гурьевский район. Проходят соревнования, посвященные тоже вот Дню Победы, очень массовое, вот, удобное географическое место по тут шаговой доступности. 15 минут 20 сельма. Да, и шаговая доступность не только для жителей, а для конников. То есть клубов очень много в Гурьевском районе и близлежащем, где можно, в общем-то, не сильно затратно приехать, прибыть и поучаствовать в этом проекте. Всегда он, особенно последние годы, очень-очень достойно проводится там мероприятие. Все наши гости всегда обращаются в камеру и призывают калининградцев заниматься тем или иным видом спорта. Вот прямо сейчас, прямо туда, в нашу камеру, расскажите, в чем романтика, в чем труд и в чем привлекательность этого вида спорта, почему им стоит заниматься, может быть, не только непосредственно, но и вообще приходить на трибуны, приезжать на турниры. Уважаемые телезрители, спасибо большое, Дим, за такую возможность предоставленную. Я вас, конечно, приглашаю окунуться в наш вид спорта. Потрясающе красивый, интересный. К нам приходят бабушки, дедушки, папы, мамы, детки. Он очень толерантный, такое модное слово сейчас. Но дело в том, что в нашем виде спорта, если вдруг всадник падает, то есть никто из соперников или, скажем, зрителей, никто в ладоши не хлопает, что вот противная сторона, значит, потерпела неудачу. Все сопереживают. Равно как и успеху выступления, точно так же аплодируют все вместе и так далее, понимая, что насколько сложный и опасный, в общем-то, вид спорта. С другой стороны, в нашем виде нет ограничения по возрасту. Всегда можно к нам прийти и получить навыки верховой езды и приобщиться до такой степени, что, в общем-то, можно и выходить на старт достаточно в зрелом, почтенном возрасте. У нас, в общем-то, в этом плане, я говорю, ограничений нет. Ну и для мужчин особенно, я вам скажу, что, и уж если говорить, пикантные особенности, то есть для занятий конным спортом, ну, скажем так, у казаков никогда проблем не было с отношениями с женщинами, поэтому даже эта пикантная особенность, она, в общем-то, имеет значение. В общем, на любой вкус, что называется, с любой целью вы можете прийти, но и мне кажется, что это тот вид спорта, который успокаивает, потому что ты взаимодействуешь с животным, и с животным тебе приходится стать настоящим другом, и я сколько раз не приезжаю на соревнования, в том числе под эгидой Юрия Антонова, и всегда
всегда на душе потом тепло, спокойно и хорошо. Несмотря на то, что там есть и драйв, энергия, и невероятное соперничество людей, которые в прямом смысле преодолевают препятствия. Итак, сегодня с нами был президент региональной федерации конного спорта Юрий Антонов, между прочим, судья всероссийской категории, который анонсировал ближайшие соревнования, рассказал о том, что это за вид спорта. Конный спорт, в котором есть не только конкурс, есть выездка, есть другие всевозможные направления. Это целая вселенная, которая есть в Калининградской области. Вот перед эфиром он рассказал мне, что здесь первые соревнования на этой территории 500 лет назад проводились. И таким образом у нас есть отличные традиции, которые стоит продолжать. Это рубрика «Вне игры», которая каждый вторник и четверг рассказывает вам о калининградском спорте при поддержке Министерства спорта Калининградской области.